Всем привет, ребят, с вами снова Миша, и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Сегодня мы находимся в Майнкрафт бета-версии, вот. И сегодня мы находимся в мире Финна и Джейка. Ну или как там? Джейки, не, Финна и Джейка. Я этот мультик смотрел. Вот. Вот их домик, я вам сейчас покажу. О, привет, Минюш. Вот. Их дом. Вот такой он красивый. Сейчас наверх. Дверь, что ли, нет? Ой, как долго. Ой, это люк, что ли? О, извините, я же не знал, что это у меня будет. Тут у них, походу, туалет. У них неплохой такой домик. Да, ну красивый домик. Кто ж скажешь? Это что там? Вау. Прикольно. Это что? Зажигаем, зажигаем, где? Надо как-то выйти из этого домика. Ну, пофиг. Окно оставим сейчас. Так, где же окно? Окно. Где-то, наверное, тут должно быть. Может, тут окно? Прикольно, кстати, песенка. Но я хочу подорвать дом короля, потому что он был в этом мультике очень классный. И он этого получит. Ту-дун-ту-ду-ду-ду-дун-ду-ду-ду-дун. Эй, Крипер, ты что тут делаешь? Как ты забыл? Я сюда. Я тебя тогда сейчас... Ой, это же лед, я же забыл, что это лед. Сейчас мы отомстим королю за то, что он... Ну, за то, что он всех дома ломал. Ну, вы скажете, что нет, что... Ты не помнишь вселенную? Ну я помню вселенную, так что... Давайте отомстим королю. Мы отомстили снежному королю. Чтобы... Интересно, что там нужно? Интересно, что бывает ночью? Я тут, кстати, еще не всю вселенную даже это не обследовал. Тут еще одна деревня есть. Прикольно. Тут и посплю. Ребят, надеюсь, вам понравится мое видео. Если я этот Майнкрафт удалю в этой версии, то у меня
это у Майнкрафт. Так, тут ничего нет. Ну да, эта деревня неплохая такая. Странненькая. А где я дом? Ну, она такая маленькая. Опа-на! Что я нашел? Мам, смотри, я вот этот замок тоже знаю. Вау, какой прикольный. Ну, я знаю эту вселенную, ребят, так что... Вот. Я понял, как отсюда этот мандарин бешеный, то есть лимон бешеный вышел. Но я и не буду в этом замке лазить. Я ссылочку в описании не оставлю на этот текстурпак, потому что я даже не знаю, как ссылочку в описании оставлю. Так что. Ну такая эта вселенная неплохая. Так скажем. Что у нас, кстати, за этим районом? А, за этим районом у нас уже карта. Опа-на! Что я нашел? Интересненько, что это. О, это, по-моему, замок этой, как там его? Замок единорожки, по-моему. Хотя у нее гораздо единорожки. Вот это что я делаю? Она как-то подозрительно выглядит. Еще один. А, нет. Ну, короче, мы весь мир исследовали. Все? Ну, весь мир это кого дом? О, я знаю, кого это дом. Сейчас мы тут весь мир исследуем. Нифига себе. Сама. О, это дом бабушки. Кстати, а где у нее тут вход? Дом бабушки Фина. О, да. Ой, яблочки. Люблю яблочки. Кстати, не, ну реально, я люблю яблочки. Кушать. А это-то там что? Блин, сколько тут всего? Вот этот замок я не знаю. Вот это тоже не знаю. Но тут много чего есть. Я, кстати, могу уйти в какой-нибудь... Вот это-то что? О! А! Не, не надо, не надо, спасибо, меня туда не... Ну, давайте вот в этот замок зайдем. Тогда что? Я не знаю этот замок просто. И вообще я его не видела, то что? Майнкрафт. Что я могу делать? Не знаю. Так нам сломал. Извините, я вам там кнопку сломал, я ее вам верну. Кстати, неплохой бизнес-центр. Это не центр. Не знаю. Ну, так-то неплохой. Ну, блин, сколько тут всего есть-то? Кстати, надо вот это делать. Погонять. Что это? Блин,
сколько тут всего есть? Нет, ну реально, я половину исследую. Там еще где-то вроде пора. Вот домик есть. Тут где-то гора. Блин, да опять. Тут много очень всего. Вот, ребят. Я, короче, этот, ребят, выпуск разделю на две части. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.